Учителя года выбрали в Приморье. Победителем в региональном этапе стала учитель истории и обществознания школы села Чугуевка Татьяна Мызник. Она отправится в Москву защищать честь Приморья на всероссийском конкурсе «Учитель года России». Всего за победу боролись 13 педагогов из муниципальных образований края. Они соревновались друг с другом в различных конкурсных испытаниях, среди которых были открытые уроки, мастер-классы, презентации образовательных проектов. Второе место в региональном конкурсе заняла учитель начальных классов Владивостокской школы номер 35 Ирина Овчинникова. В тройке лидеров также Павел Чернецкий, учитель физики села Спасская.